Гарантируем сохранение жизни и соблюдение международных законов обращения с военнопленными. Воспользовавшись предложением от Народной милиции ДНР и Вооруженных сил Российской Федерации, пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината «Азовсталь». О предложении добровольно сложить оружие и выйти к защитникам республики они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию